Привет, зануда. Я не зануда. Думаешь, мы должны пригласить Грега в эти выходные? А что на этих выходных? Как дела, Южная Калифорния? Эти люди хиппи. Они восстают против старомодной власти. Я думаю, этим детям нужна помощь. Все, что им нужно, так это помыться. Ты выносишь суждения о людях, о которых ничего не знаешь. И может быть поэтому ваша церковь такая пустая? Когда Бог входит сюда, он приводит мне хиппи. Я спрошу его, в чем дело, потому что я не понимаю. В этом доме очень хорошая атмосфера. Есть целое поколение, которое в поиске. Притормози, чувак, притормози. Просто во всех неправильных местах. Если ты хочешь связаться с моими людьми, вам нужно говорить с ними на языке, который они понимают. Если я приведу их сюда, я потеряю работу. Мы можем пройти только через открытые для нас двери. В вашей церкви эти двери закрыты. Вы, наверное, заметили, что сегодня у нас здесь несколько гостей. Я бы хотел познакомить вас с моими новыми друзьями. Добро пожаловать. Им здесь не место. Половина из них даже не носит обуви. Они пачкают новый ворсистый ковер. Если вы чувствуете, что вас неправильно понимают и осуждают, вы найдете прощение и свободу прямо здесь. Это было потрясающе. Так вот, эта дверь открыта в любое время суток. И если есть те, кому это не нравится, что ж, тогда эти двери работают в обе стороны. Хорошо, пастор, давайте начнем. Я почти закончила с этим. Но потом ты сделал то, на что никто другой даже не решился. Мы нашли свое место. Я чувствую, что мое место здесь. Тебе понадобится церковь побольше. Один гигантский скачок для человечества. Наша страна — темное и разделенное место. Но теперь есть надежда, и она распространяется. Это твой дом, и я хочу, чтобы ты рассказал об этом всем своим друзьям.